столько, что я дар речи потерял. Ты совесть поимей. Хорошо. Все, успокоился сразу? Да, да. С нами Махон, Максим Родионов, только что электровеник. Здравствуйте. Одержал вторую победу. Первую победу. Первую победу в чемпионате, обыграли Самовар. Что получилось, что нет? Как соперник? Соперник слабее нас был. Вот. Но получилось, да, в принципе, получилось вроде все. Так, были, конечно, ошибки большие. Вот привоз пенальти, ну, которого, я считаю, не было. Судья ошибся в том моменте, потому что я фалил за штрафной. Это точно. Так, все хорошо. Победили. Ты сам как свою игру оценишь? Игру? Да, в принципе, нормально играл, боролся, конечно, пас голевой дал. Ну, прибавлять есть в чем, конечно. Не связана ли первая победа с отсутствием Димы Кинжалова на поле? Я понял, спасибо за комментарии, спасибо, Махан.